Дублерша Дакоты в фильме «Мадам Паутина» поделилась фотографиями в соцсети. Дакота в новом ролике для книжного клуба от Tea Time Pictures. Четвертого марта Дакота была замечена папарацци в Малибу. На Дакоте была надета черная кофта на пуговицах. Мы видим уже знакомые нам штаны с цветочным принтом. Эти штаны Дакота надевала уже несколько раз. На ногах у актрисы были коричневые сандали. Очаровательная Дакота в очень красивой фотосессии для журнала «Бюстл». Фотограф Агата Серж. Дакота живет в большом доме в Малибу, недалеко от пляжа. Актриса призналась, что может несколько дней находиться дома и не видеться, и не разговаривать с другими людьми, и она чувствует себя прекрасно. 1 марта Дакота и Рода Нелли открыли книжный клуб для Tea Time Pictures. Дакота хочет полностью вкладываться в книгу, которую она читает. Дакота рассказала о том, что недавно у нее была пневмония, и она принимала стероиды. Она чувствовала себя ужасно, а потом вышел фильм «Мадам Паутина», и он был... Дакота говорит, что зрители всегда будут улавливать чушь и не захотят смотреть такие фильмы. На съемках таких фильмов решения принимаются комитетами, а это не очень хорошо для искусства. Дакота говорит, что это определенный опыт, но она, наверное, больше никогда не сделает ничего подобного. Но иногда в этой индустрии ты подписываешься на что-то, и это одно. А потом, когда ты делаешь это, оно становится совершенно другим. Дакота говорит, что ей нравится наблюдать за ее парнем Крисом Мартином на сцене. Я наблюдаю за тем, как мой самый любимый человек делает свое самое любимое дело. Дакота рассказала, что фильм «Дэдзио» был снят за 16 дней, и они снимали по 20 страниц в день. Этот фильм снимала продюсерская компания Дакоты, поэтому Дакота принимала в этом очень активное участие. Дакота говорит, мы здесь ненадолго, так что если мне суждено стать матерью, то пусть будет так.